пути. На список ученики миллионеров спорят в сегменте. Спасибо. Хочу вас поздравить с 15-летием. Пожелать здоровья, процветания всей вашей компании, вашей команде. Мы вас очень уважаем и любим. Спасибо, что с нами. Для компании «Самолет» мы выросли в 20 раз. И желаем всем остальным в 100 раз больше успехов. Всем здравствуйте, с вами Мурат Кудайбердиев. Я представляю Туркменистан, Туркменистанский международный центр развития всего этого само. Когда я пришел сюда 3 года назад, то, что я делал за 30 лет, думал, я делаю, я во всей своей стране был известным предпринимателем. Я подумал, что я бизнесмен, но за прошедшие знания с наставником, я понял, что, оказывается, я ничего не знаю. И в этом окружении хочу выразить огромную благодарность Международному центру, отдельно наставнику за его труды, за его здоровье, за его терпение для таких, как я. И я достиг величайших в своей стране и не только. Вот. Всем огромное спасибо от всей души. С днем рождения, самому. Добрый. Ассаламу алейкум, рахматуллахи. Дорогой наставник, поздравляем вас с 15-летием само. Желаем вам самого хорошего, чтобы лучшие ваши ученики покоряли мир не только в плане бизнеса, но и в плане творчества. Желаем всего хорошего, крепкого здоровья. Делайте то, что вы прекрасно делаете. Мы всегда рады, что у нас есть такой наставник. Да будет доволен вами, Аллах, иншаллах. Чтоб растить мира, иншаллах, и вам, и нам, и благо, иншаллах. И в этом мире, и в любом мире. Ассаляму алейкум, рахматуллах, ва баракатух. Ассаляму алейкум всем. Я очень рад, что нахожусь среди вас, отличных и замечательных людей. Я рад, что нашел своего наставника. И поздравляемся на свете с вами. И желаем долгих лет жизни компании «Само» и процветания. Всем большое спасибо. Благодарю за помощь, наставник. Вы помогли разобраться с многими вещами и подсказываете правильный путь. Вы делаете все возможное, чтобы мы смогли понять и получить максимальную отдачу от учебы. Долгих лет вам жизни, процветания само с 15-летия. Пользуясь случаем, тоже поздравлю своего наставника Саидмурада Раджабовича. Саидмурад Раджабович, поздравляю вас с 15-летием само. Я благодарен вам. То, что вы мне дали эти знания, благодаря этим знаниям я улучшил себя. Спасибо большое. Желаю вам крепкого здоровья, праведное потомство, чтобы ваше потомство тоже было таким же полезным, как и вы. Благодарю, наставник. Будьте здоровы. Берегите себя. Уважаемый наставник, уважаемый команда «Само», поздравляем вас от всей души с 15-летней компании «Само». И спасибо вам за то, что организовали для нас этот съезд. Мы с командой вас поздравляем! Спасибо! Желаем счастья вам! Спасибо! Спасибо! Большое спасибо всем вам! Дай Бог вам здоровья! Не ожидал, правда, вы меня удивили. Потому что для человека самое важное – это быть полезным. Если жизнь полезна, если жизнь нужной проходит, значит, это
он на правильном пути. Я вчера утром в тафсире Коране прочитал, было сказано, что молитвы любого человека Всевышний принимает, любого человека, неважно он грешник или не грешник, или верующий, не верующий. Но есть одно показатель, что если человек любимчик Всевышнего или нет, есть несколько показателей. Есть первый показатель, как было в тафсире сказано, что если у него есть хорошая жена, здоровые, хорошие дети, честно заработанное имя, честно заработанное богатство, и его деяния, если руководит Всевышний, его деяния будут полезными, вот это, оказывается, показатель. Так что я очень-очень хочу, чтобы мы все с вами были такими. Дай Бог вам здоровья, вам спасибо, до новых встреч. На самом деле, подарок не подарили. Даже сам подарок, это для меня вчера был инсайт. На самом деле, мы когда поехали, искали здесь, чтобы тот подарок, который бы вам действительно был полезен, мы не нашли. Я уже расстроился, думаю, не получится, как-то вот эффект не тот будет. И как работает вообще сила? Вот Закир, он вообще для меня фантастика какой-то вот. Ваш подарок сегодня ночью прилетел с Ташкента. Да, удара. Так что вы держите. Руслан, ты где? Руслан прилетел сюда, с Ташкента, чтобы мы сегодня успели вас поздравить. Вам еще много книг написать надо. Мы знаем, что ваш ноутбук уже старенький и маленький. Пора бы его обновить, поэтому мы все наши дорогие и благодарные наши ученики, мы список Азамат выводил сюда, мы все собрались и спасибо. Подарили вам последний MacBook Pro. Спасибо. 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 Мне нужно, чтобы да, глаза устают очень, поэтому они, значит, поэтому вы меня начали спрашивать, какой экран, я ничего не понял, вот такое, и начали, я говорю, послушай, у меня глаза устают уже, давай вот так, я не понимал, почему он это говорит. Маркетинг. Ребята, большое вам спасибо, я очень признателен вам, честно скажу вам, я с счастливой жизнью живу, благодаря Всевышнему. Почему? Потому что меня окружает и вы. Я есть, потому что мы есть. Это очень важно понять. Я есть, потому что мы есть. Радость, успех и счастье каждого, каждый из вас это мой. Ваши неудачи это мой. Каждый раз, когда кто-то из моих слушателей, ученики не получается, честно скажу вам, я очень сильно переживаю. Очень сильно, потому что я думаю, я же работаю для этого. Почему мы все делаем и не получилось у него? Вы думаете, что если у кого-то из вас не получится, мы не знаем, мы много знаем про вас. Мы сидим, постоянно думаем, обсуждаем, хорошо, по какой проблеме, почему он с этим столкнулся, почему не могут найти, хорошо, в этом регионе нету таких кадров, а ведь давайте дадим им другой регион, давайте посмотрим. Мы всегда думаем о вас, я честно скажу вам, а больше думаю о вас, чем о своих детей. Это на самом деле так. Иногда мне семья так и говорит. Мы где-то вон там на вас, я говорю, понимаешь, мне Всевышний создал, это моя миссия. Это моя миссия, я должен делать то, ради чего действительно рожден. И у каждого человека есть своя миссия в этом мире. И я надеюсь, что этот тренинг для вас хоть какой-то пользу дадут. Я уверен, что если вы будете практиковать Аллах даст, мы вместе сделаем очень большие дела. Но поодиночке мы далеко не пойдем. Но вместе мы сделаем очень большие дела. Так что большое вам спасибо, пожалуйста, практикуйте. Ваша истинная благодарность ко мне, ваша и самая важная благодарность ко мне, это ваши результаты. Это настоящая ваша благодарность, это ваши достижения, ваши результаты. Я себя чувствую садовником, я себя хорошо чувствую, когда рядом со мной вот мои ученики проявляются, которые я чувствую себя не одиноким. Я вижу, что они 2х, 3х, 5х, 10х сделали. И знаете, когда я устаю, что я делаю? Я вам скажу, что я делаю. Я открываю YouTube, читаю благодарность людей, отзывы людей. Или Instagram. У меня самая благодарная аудитория, честно скажу вам. Любого тренера иногда открываю, почитаю столько, там кто-то говорит хорошо, кто-то хает. У меня очень благодарная аудитория. Наверное, потому что мы делаем очень благодарные вещи. Фундамент, когда на духовность ты строишь, она долго, она не быстро, но она... Можно сказать, что очень долговечно. Поэтому, что мы делаем с вами, это принесет много пользы. Большое вам спасибо, ребята. До новых встреч. Спасибо большое.